Да мы что, правда туда полетим? Говорят, с колец Маклу 4 постоянно льется огонь на головы грешных выродков, живущих внизу. Отпад. Уверен, на деле все гораздо хуже. Точно. Многие мои земляки отважились на этот опасный путь до меня. Так и не вернулись. Пять! Хватайтесь за что-нибудь! Пижон! А то! Зачем скрывать? Нет! Стабилизаторы сдохли! Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Фин Фан Фума! Мы не разобьемся! Еще как разобьемся! Эти вершины опад... О! Мять! Я хочу сбросить скорость! Рули! Рули! Хватит орать! Рули! Берегись той штуки, Питер! Которой? Думаю, она про все штуки! Питер! Беречься той штуки, да, я понял! О, хвост! О, хвост! Славно! Тебе что, это нравится? Нет! Я готовлюсь к смерти! Сейчас врежем! Что ж, слегка отряхнуло, но главное, все целы. И мы смеемся, это круто. Это же, это блестяще, класс, так мы паркуемся. Вернее, как Вил так паркуется. Сегодня нам не судьба умереть. Ну разве что Фин Фан Фум съест нас целиком. Все, вы его найдите сперва. Двинули? О, безумие. Так мы паркуемся, да. Эй, по-моему, это не должно искрить. Разберемся с этим, когда поймаем дракона. И убедим леди Хеллбендер помочь нам справиться с церковью. Прежде чем отправляться в путь, поднимем наш боевой дух кататианским гимном. Что? Сейчас? Знаешь что? Вмять это все. Давай споем. Слушайте внимательно. Древний кататианский могучий язык, слова которого несут великий смысл. Я начну, а вы подпевайте. Сотраджу тутлук, пелдар омаргат, солдат фландургард. Сотраджу тутлук, пелдар омаргат, солдат. Гонатхол, Волмакиултат, Готен Шогалбат. Таргат Гонатхол, Волмакиултат, Готен Шогалбат. Телмалфин Сардут, Джуткай Нагалтау, Готен Когалмак. Элмакин Сардук, Джуткай Нагалтау, Готен Когалмак. Галмак, Галмак, Солтан Фландургард. А про что была последняя строчка? Солтан Фландургард. Это значит, и мы победим.
Милана ведь не самоуничтожится, пока нас не будет, правда? Сколько мне еще повторять? На корабле, скорее всего, нет системы самоуничтожения. Ну что, ракета, сразимся с Фумом? Говорят, что каждый его коготь крупнее взрослого человека. Если вспомнить, как легенды наврали нам о Хеллбендер, дракон, небось, окажется размером с Грута. Ты в норме, дружище? Я есть Грут. Готов к самой тяжелой битве? Я есть Грут. Последние пару циклов его больше пугало, что мы поубиваем друг друга. Я знал, что этот день настанет. Мне суждено сразиться с повелителем драконов, как Аранта. Но не знал, что тебе будет помогать такая команда засранцев. Ты прав, но я благодарен судьбе, подарившей мне эту честь. Несмотря ни на что, ты человек чести, Питер Квилл. Спасибо, Дракс. Мы со всем справимся, я знаю. Конечно, мы должны. Ради Ники. Вы когда-нибудь сражались с драконом? Звучит весело. Только в играх. Это же считается, да? Ладно, за дело. Холодно, как в криокамере. Говоришь так, будто ты там бывала. Будешь придираться к каждому слову или искать Фин-Фан-Фума и спасать галактику? Я за Фин-Фан-Фума. И спасение галактики. Если, конечно, Хеллбендер согласится. Дядя Хеллбендер согласится. Так, ну что, какашек Фума пока не видно. Нужно искать охотничьи метки Кататиан. Это свидетельство отваги тех, кто побывал здесь до нас. Под отвагой ты... Чуть нас не задел. Легенды о пламени с небес не лгали. Есть еще легенда об этом месте? Легенды о славной смерти. Но главное, что о славной. Здесь не для того, чтобы погибнуть от льда и камней. Есть лишь один достойный способ умереть на Маклу 4. Повторить путь моих собратьев. Кто-нибудь, напомните Драксу, что мы здесь не смерти ищем. Никто не умрет. Мы схватим Фума живым и отвезем его леди Хеллбендер. Живым! И заручимся ее помощью, чтобы уничтожить флот церкви. Значит, наш план умереть в сражении с флотом? Так, Дракс, направь-ка свой энтузиазм на эту ткань. Я представлю, что это голова Фин-Фан-Фума. Класс. Дракс только что раздробил череп тому, кого мы ловим. Прощай, галактика. Вам нечего бояться. Да, есть Грут. Грут хочет насладиться пейзажем. Не торопись. Вдруг это наш последний шанс чем-то насладиться. Думаете, Фум там? Из книжек в жанре фэнтези я запомнил, что драконы любят тусить в горных пещерах. Грут спрашивает, не было ли в книжках чего о ловле драконов. По-моему, там было что-то про работу в команде и доверие. Подробнее он не помнит, потому что не дочитал. Я прочитал кучу книг про драконов. Понятно? И в них всегда была гора. И добро всегда побеждало. А нас то вряд ли кто-нибудь напишет. Кажется, впереди что-то есть. Смотрите, здесь были мои собратья. Кажется, мы видели их в памяти Дракса, когда Мантис нас соединила. Сколько ж тут было отважных Кататиан. Когда Данос разрушил Катат, мой народ остался ни с чем. Он лишился родины, лишился надежды, и тогда многие отправились сюда. И сколько этих смельчаков вернулось? Ни один. Они все пали жертвами Фин-Фан-Фума? Не жертвами. Они искали последней битвы, искали славной смерти. Они отправлялись сюда в поисках смысла жизни, хотели попасть в Ултад. Значит, ты все-таки слушал меня на забвении? Конечно. Одни были предателями или преступниками, которых ждал только Сардут. Другие были больны или умирали. Но они добрались сюда и бросили вызов самым страшным чудищам галактики. Уважаю таких ребят. Скоро и они будут уважать нас. Что это за прямоугольники? Монолит. Что за... Это...
Так, народ, если не справимся даже с этой тварью, то нет смысла бросать вызов Вин-Пан-Фуму. Хорошо сказано, Питер Фил! Сильнее и страшнее, чем тварь, с которой мы сейчас дрались. 10 000. Так я и думал. Никто не обещал, что будет легко, Ракета. Это верно, верно. Но 10 000, Квинт! Драться не умеет преувеличивать. Да, шансы на победу паршивые. Хала, сохрани! О, здесь следы когтей. Так с Милана точно все будет в порядке, потому что если мы тут застрянем. Да, я тоже думаю, что нужно перебраться на ту сторону. Только не ясно как. Кажется, на той стороне есть уступ, но он завален камнями. Отлично! Мы сделали первый шаг к тому, чтобы перебраться на ту сторону. А каким будет второй шаг? Еще не придумал. Что тут скажешь? Бросай? Легко. Если мы пойдем в бою, знайте, что Фин-Фан-Фум сохраняет черепа противников, которых он счел достойными. Я могу расчистить его от обломков. Я брошу в них чем-нибудь. Как насчет Квилла? Последний шаг, Дракс. Славно! Впервые вижу тебя в таком хорошем настроении. Да, ведь ты никогда не видел меня на Великой Охоте. А как же задание в карантинной зоне? Ты про провал в карантинной зоне? Дракс, я знаю, что ты давно этого ждал. Наслаждайся. Спасибо, Питер Квилл. Должен признать, после всего, что произошло, мне это нужно. Знаешь, если бы мы с самого начала послушали тебя и отправились за Фумом... То были бы уже мертвы, потому что не были готовы. Я с рождения готов. Танос как-то рассказывал мне о планете, которую разорил Фин-Фан-Фум. Тела его жертв были даже не съедены, а размазаны по земле, словно он пытался писать безумную картину. Звучит ужаснее. Танесу такой пейзаж пришелся по душе. Хорошо, что он сдох. Якобы. Приготовьтесь! Впереди что-то есть. Что бы это ни было, оно нас заметило. Ну, супер! Очередная закуска Фума. Не стоит недооценивать то, что выживает на этой планете. Логично.
тебя в угол! Внимание! Ветки на изготовку, Крут! Если так будет продолжаться, мы не успеем спасти Никки! Давайте ускоримся! Это битва лишь разминка перед здесь и там Кума. Но-то я не чувствую, что разогрелся! Мне нравится твой энтузиазм, Драк! Только не вызови лавину! Охота на Финфанфума продолжается! Так, а теперь давайте остановимся и подумаем. С каких пор мы этим занимаемся? Что, если мы не успеем? Что, если Рейкер закончит начатый ритуал? Но тогда мы зря сюда прилетели. Вовсе нет. Если нашим последним свершением станет битва с Финфанфумом, это будет достойное свершение. На кой хвост мне это? Смотрите, впереди опять зловещие горы. Не нравится мне на этой планете. Я все жду, что Фум цапнет нас за задницы. Финфанфум — легендарное существо. Легендарные существа не цапают за задницы. Возможно. А вот умные цапают. Я слыхал, что Финфанфум тот еще хиляк. Вот у него есть братец, а тот куда крупнее. Никогда такого не слышал. Что? Ты никогда не слышал о Бин-Бан-Буме? Громадном чудовище Кокаранарака Макарангула? Чепуха! Мять! Чуть не задел. Говорят, Финфанфум нарочно ведет возможных противников по самым опасным местам планеты. Осторожно! Ядовитый газ! Уверена? Она вообще-то убийца. Небось, куча народу таким газом траванула. Понятия не имею, о чем ты. Ну да, ну да. Ладно, пошли, Квилл, заморозь источник газа своими модными пушками. А у меня идея. Может, заманим Фуму в такую газовую пещерку, чтобы он вырубился? Это трусость. Я хочу прославиться убийцей. Секундочку. Ракета, ты что, зашел в воду по шею? Мы же собираемся завалить легендарного дракона. Так оно судьба всей галактики. Я не собираюсь быть опутан. Ого. Это поразительно. Ты поборол свой страх. Есть вещи поважнее страха. Как скрушить? Будет сделано! Слушайте, а может вместо Фума леди Хелл согласится привезти? Это вряд ли! Так я и думал! Нам нужна передышка, Крот! Спасибо, Грут. Все правильно сделал. Задрожу тут лук! Задрожу тут лук!
Белдор Омаргард, солдат Фландургард. Элмафин Сардут. Вроде прочная, можно зацепиться. Ладно, только скажи где. Сотраджу Тутлук, Элдарк Омаргад. Это точно оружие в стиле Дракса. Дракс, ну-ка, подтолкни. Больше это не прекратит путь. Класс! Куму не спастись. Он будет крепче этого булыжника, Питер Квилл. Я знаю. Я пытаюсь быть оптимистом. Зачем? Может, укрепляет командный дух? Его не нужно укреплять. Наш командный дух силен. Ну, он нормальный. Честно? После всего, что мы пережили, я понял, что ни на кого вас не променяю. Ребят, я люблю вас. Гадость какая. Некоторые вещи лучше не произносить. Молодец. Рушится прямо на глазах. Элмофин Сардут, жуткой наголка. Очень острые! Это ничто по сравнению с легендарными зубами и когтями Финфанфума. Знаешь, я буду очень разочарована, если он не оправдает ожиданий. Выживем, увидим. Питер, смотри, впереди дым. Думаешь, Фум? Скорее, это люди. Класс, может, подскажут, где он? Или нападут на нас. Я могу проникнуть в лагерь и поискать слабое звено. Найду того, кто там главный, и пущу ему кровь у всех на глазах. Это шокирует остальных и, возможно, заставит сдаться. Потом мы их перережем. Слушай, у тебя все в порядке? Мы почти не говорили после... Разговоры о сестре? Да, и прочих неоднозначных моментов. Я в норме. Забудь. Ладно. Питер, велик шанс, что Ники уже не спасти. Нет, я не согласен. Если это так, от меня будут ожидать решительных действий. Она моя дочь. А я убийца. Мы оба знаем. До этого не дойдет. А если дойдет? Если встанет выбор между ней и всем остальным миром. Питер, ты ведь пойдешь на все ради близких. Мы оба знаем, что я... Мы оба знаем, что ты так же поступишь. И поэтому ты нужна мне, чтобы вернуть мою малышку. Живой. Надеюсь, ты прав. Таргат Гонат Кол. Фум! Это Фум! Или... Пролетай, пролетай! Очень страшно.
Мы ищем Финфанфума, не видел? Большокрылый, клыкастый. Лиловые шорты. В смысле лиловые шорты? Я слышал, он в лиловых шортах. Старые легенды гласят нам об этом. Съел? Это летит на нас! Там не пройти! Все за мной! Что в тему? Верь мне! О, да. Это я понимаю. Покажи, на что способен. Сейчас. Друзья, удача сегодня на нашей стороне. Да, нас ведь почти раздавил огромный метеорит. Это тоже расклад. Хорошо, что тот камень чуть нас не убил, а то у Хмила не было бы этой классной силы. И вон то. Я тебе так завидую, Хмил. И не зря. Откуда ты знал, что пушки сработают? Они уже трижды нас спасали. Откуда ты знал, что они расплавят стену? Так я не знал. То есть с тем же успехом мы могли умереть? Да. Что? Ну, жжется? Она такая вязкая. Не могу подпрыгнуть. Похоже на волшебную грязь, которую я делал в детстве. В грязи нет ничего волшебного. Ты просто не бывал в спа на контракте. Это так. Не подумал бы, что ты ходишь в спа. Повторюсь, волшебная. Почему тебе вечно достаются лучшие игрушки? Отойдите, смертные, и дайте Плавинатору совсем разобраться. Отвратительный псевдоним. Да? Есть варианты? Питер Жаркий Ствол. Нет! Капитан Огненный Шар. Это не Огненный Шар. Скорее, Горячий Шарик. Капитан Горячие Шары. Нет, нет. Давай, Грут! Я есть Грут! Поехали! Я есть Грут! В этой пещере хотя бы не так холодно. У тебя хоть мех есть, а Грут почти что голый. Грут не мерзнет, зато вот в жару сразу начинает ныть. Кендиго! В рот мне хвост! Может, это его имя? Вдруг он хочет пообщаться? Даже не думай. Я есть Грут! Звездный лорд! Видите? Звездный лорд! По-моему, его это начинает раздражать. Да, в его голосе явно звучала ненависть. Квилл умеет найти подход.
Смотрите в оба. Я чую ловушку. У тебя очень острое обоняние. Я ничего не чую. Хотя нас до сих пор преследуют снежные звери. Скрытность не их конек. Виндиго! Гляньте, какие тут деревья. Только лучше издалека. Я есть Грут. Грут говорит, нужно опасаться растений с дырками наверху. Эти штуки выросли в ледяном аду. Вряд ли ты сможешь их перестрелять. Удивительно, что леди Хеллбендер не переселилась сюда, раз тут столько уникальных зверей. Тут слишком холодно для леди Чейн. А Драксу вроде нормально. Кататиане способны выдерживать долгие и суровые зимы. И невыносимо жаркое лето. Нет, летом у нас тепло и приятно. Гори, сволочь, гори! Ха-ха, неплохо. Вот это мне никогда не надоест. Грот говорит, они это заслужили. Продолжай, я начинаю согреваться. Капитан горячие шары сразил еще раз ней. Не, все еще не надоело. Да, согласен. Мы заслужили отпуск. Ну, хватит. Ты уже просто жжешь траву. Нет, все еще не надоело. Здорово, Питер. Хватит. Ты уже просто жжешь траву. И ринется нам навстречу. Не, все еще не надоело. Здорово, Питер. Хватит, ты уже просто жжешь траву. Может, Златовласку сейчас пытают? Скорее, Уорлок пытает Рейкера. Золотой Грозный. Смотри, Квилл, твой новый лучший друг. По-моему, общение не задалось. А там еще один. Найди другую заглушку, приятель. Или лучше полноценный обед. Бандиго! Нам нужна передышка, Кросс! Не такие уж и умные вас связались с нами! Сделай это, здоровяк! Они погибнут там, где обитали. Твой выход из Гамора! Орби их, давай! А где все миролюбивые местные жители? Возможно, они станут более сговорчивы. Определенно, эти создания служат пропитанием для пуп. Очень хорошо! Дайте другую закуску, приятель! Без головы все равно есть не получится!
почему ты все еще без рубашки? Удивительная скорость для таких габаритов! Недостаточно быстро! Бандиго! Ха! Дошло! Тебя не слушаю! Не уверен, что они знают, что это шрами! Бендиго! Покрасаю! А где все миролюбивые местные жители? Мы привлекаем определенный тип шари! Надоело играть с этими мартышками. Бендиго! Мы реально будем их так называть? Но они же все время орут в Бендиго. Вот он. Похоже, они еще вернутся. Может, Хеллбендер захочет пополнить свою армию этими Бендиго? Если они не затаили обиду. Эй, они сами начали. Про обиду все понятно. Отвалите! Загон! Скорее на обеденный стол! Давайте постараемся не стать блюдом от шефа. Мы раздавили этого слизняка! Нам нужна передышка, Кром! Готовься! Это напоминает мне о нашей охоте в запретной зоне! Надеюсь, на этот раз все закончится иначе! Вставай, иначе мне придется снова тебя в губы исчезть! Давай сюда свои бомбы! Нас не выгодная позиция! А что, в каких условиях можешь выгодить? Так, давай! Давай, ракета! Вы зацените этот раскрытый корабль! Ясно! И я один, кто не смог сесть в таких условиях! Как будто вся планета вышла с нами поиграть. Это моя любимая игра. Отпускай их! Надеюсь, мы раздавили хоть немного этих космосов, когда разбились. Жаль, что не всех смогли. Мой клинок справлялся и не с такими препятствиями. Покажем этому существу, что такое боль! Мне важно спасить меня! Ой-ой. Эй, это тот самый подхвост, который шмелялся ко мне! Ответим ему тем же! Эдди Го! Это вранья на всё меня! Ой, выше, камон! Это Крил! Допусти меня на этих тунцов! Устрой на твою, ракета! Поверить не могу, что эти снежные мартышки на нас набросили! Эдди-то!
один, кто не смог сесть в таких условиях. Ракета! У нас невыгодная позиция! А что, в таких условиях может быть выгодно? Вперед, друг! Это то, что мы приняли за лагерь? Не, эти руины тут тысячу лет. Смотрите, дым поднимается с другой стороны. Мы уже близко, но придется лезть наверх. Ладно, Грут, подбрось меня. Примерно настолько. Настолько не вероизмерение. Грут поймет и так. Ладно, приготовьтесь. Сейчас я скину вам кое-что. Как думаете, может, эти твари прятались в корабле? Пофиг, они сдохли. Помогите-ка мне. Нужно приготовиться. Мы не знаем, откуда идет этот дым. Возможно, там враги. Может, там просто развели костерок и разливается каарианское пойло. О, может, там барбекю? Что за барбекю? Что? Вы никогда не ели барбекю? Мясо на углях, стейки, гриль, жареные куриные ножки? Вы жарите и поедаете чьи-то ноги? Я же говорил, что зимники варвары. Нет, это... Поверьте мне на слово. Вы должны это попробовать. Что бы это ни было, пахнет оно... Трупами. Пахнет трупами. Ого. Это сделал Фум? Несомненно. Кажется, кто-то выжил. Кто здесь? Нет головы. У нее нет головы. Я думаю, этот отвратительный ком щупалец – ее голова. И она вас прекрасно слышит. Ты здесь одна? Как видно, уже нет. Что вам надо, мясные мешки? Мы пришли за Фумом. Беру свои слова назад. Да, я здесь одна. Скоро буду. Значит, ты знаешь, где его искать? Ага. Он переваривает моих людей на своем насесте. Это такой огромный ледяной обелиск, торчащий из ледяного моря на дне кратера. Не волнуйся, мы разберемся с Фумом. Не сомневаюсь, Землюк. Только когда будешь от него спасаться, не беги сюда. Я еще не все вещички собрала. Ты справишься? Тебе какое дело, Землюк? Я вернусь на контраксию и буду зализывать раны. Знаешь, это не лучший план. На контраксии сейчас не очень безопасно. Когда было иначе? Я серьезно. Может, тебе пойти с нами? Принять помощь незнакомца? На сегодня с меня хватит унижений. Я о себе позабочусь. Ладно. Но если услышишь что-то про обещание или матриарха, держись подальше. Буду иметь в виду. Жаль твоих людей. Зато мертвецам платить не нужно. Кстати, о деньгах. Ты же дочь безумного титана? И что? Расслабься. Мне не нужны проблемы. Хотя раньше я бы сдала тебя ради награды. Раньше я бы прикончила тебя за это. Ха, ну да. Похоже, сейчас у нас обеих есть дела поважнее. Похоже.
Есть советы насчет Фума? Ага, не суйся. Даже так? Мои люди едва поцарапали его броню. Отлично, он в броне. Чтобы сразиться с королем ледяной планеты, вам нужны пушки потяжелее. Большая ледяная хрень в ледяном море, да? Есть, друг. Точно, приятель. Спускаться придется долго. Я есть, друг. Эй, мертвяки! Вы не против, если я заберу ваше барахло? Нет? Спасибочки! Будем считать, нам разрешили. Да им все равно. Будем надеяться, нам повезет больше, чем им. Метка охотников? Не ясно, чья. Она явно принадлежала одному из погибших. Видимо, установить ее не успели. Я возьму ее, чтобы увековечить нашу отвагу. Она станет символом нашей величайшей победы или славной гибели. Фум, конечно, опасен, но он ничто по сравнению с тем, что ждет нас дальше. Значит, символом второй по величию победы. Празднуем победы по одной. Ладно, народ, пошли ловить дракона. Да, нам предначертана великая слава. Ты чего так радуешься? Забыл, как Фум разнес тот лагерь в щепки? Нас не разнесет. Точно, мы все преодолеем. Хоть горы, хоть пропасти. Причем на этой планете буквально. Вау! Берегитесь! На льду наша скорость увеличивается. Тут я и умру! Верно! Встретим свою смерть с улыбкой! Да! Ну, спуститься удалось довольно быстро. Сниматься назад? Или как будем тащить наверх Фума? Мысли оптимистичны. Мы можем умереть. Чепуха! На севере Земли люди ездили на собачьих упряжках. Запрягали в сани несколько хаски. И не надейся меня запрячь. Вообще-то я думал о Виндиго, а Фум будет санями. Безумнее этого я ничего не слышала. А мне нравится. Жалко, что в лагере не было ничего полезного. Например, антифумного спрея. Или книги «Война с Винфорфумом», том 3. Стратегия драконоборчества. Чё, кто-то правда такое написал? Нет. Я выдумал несуществующую книгу с цветистым названием, чтобы получилась шутка. Отличная шутка, Дракс. Спасибо. О, не думал, что может стать еще холоднее. Да уж, в такие моменты я рад, что установил на Милана подогрев сидений. Смотрите, впереди ледяной обелиск. Наверное, это оно, ледяное море. Отличное место. Здесь мы и бросим вызов великому зверю. Финфарфум, выходи и прими свою смерть. Ты что делаешь? Мы лишимся преимущества, если он узнает, что мы здесь. А еще мы не должны его убивать, помнишь? Кричите вместе со мной, продемонстрируем свою храбрость. Финфарфум! Твоя смерть близка! Нет, не его! Торквилл, давай! Финфанфум! Пора встремнуть! Ракета, твоя очередь! Он что, назвал меня по имени? Ракета! Финфанфум! Мы декапопулируем твой мерзкий зад! С
Слышишь? Он тебя слышит! Ты чешуйчатый дырохвост! Кусок умецкого сатаргенского шрапмяса! Тебе нас не напугать! Приятно, правда? Мяс! Да! Еще как! А теперь раздеваемся! Не, обойдемся. Сюда! Будьте готовы ко всему. Это физически невозможно. Дракс, еще байки о Фуме напоследок. Говорят, у великого зверя лишь одна слабость. Ты это говоришь только сейчас? Говорят, Финфанфум беспомощен перед лицом дружбы пятерых отважных воинов. О, он говорит о нас. Конечно же нет. Речь о группе сокалианских охотников. А. А! Ну, разумеет. Ну и где он? Может, спугнули? Не может быть. Фум рожден без трепета. С чего ты взял? В хладном сердце гаснущей звезды. Гаснущие не хладные. А это была? Его логово там? Сейчас узнаем. Смотрите, не угорите!
убила! Ай, что ты разбрал? Крик на твоей собой! Мы тоже привлекли его внимание! Не его внимание, я жажду! Ой, выход, ракета! Тебе понравится на плечах, Т-9! У Хеллбендер полно съедобных подручных! Праздновать, потому что победа уже почти что у нас в руках. Но если начнем радоваться до того, как победим, эти гады с нами разделаются. Давайте сосредоточимся и покажем этим неудачникам нашу силу. Кто со мной? Не терпится с ними разобраться! Поберегись! Готовьтесь! Готовьтесь!
Хеллбендер! Кто откажется от этого? Ты подай кончайте! Да, и злиться! Он начнет ошибаться! Берегитесь его! До всего! Да, очень тихо получилось! Обещала выслушать его. Слово дала. Вилла, надеюсь, здесь ты как раз красноречив. Мы сплоховали. Провели тебя, обчистили, убили твое дитя. Что сделано, того не воротишь. Но мы загладим вину. Квилл? Вы убили владыку драконов Кокарантера! Неожиданно. Судьба свела нас с тобой, лорд Фум. Последняя жатва началась. В космосе крики мертвых миров. Надо идти. Срочно. Но кто-то же должен дать отпор церкви. Мы просим, помоги. Ты платишь долг и влезаешь в новый? Нет, хотя я знаю... Довольно. Ты... Я соберу свое войско. Хорошо, идем.
Сегодня леди Хеллбендер сразится в наших рядах. И мы побили Фума. Фума неуязвимого. Вот и у Дракса своя в жизни радость. Мы на пути к судьбе, друзья. Неужели все вышло гладко? Вышло гладко, да? Еще как, и мы вернули Мантис. Но лишились Ворлока. Без него мы не изгоним Магуса, когда прервем их обряд. Так вытащим его из темницы. У всех нас есть опыт в этом. Я есть Грут. Сигнал еще идет? О да, эту штуку просто так не снять. Грут, тогда всего-то нужно не опоздать. Чего жду от леди Хеллбендер? Уверен, она не опоздает. Отлично. Готовьте снарягу, подчищайте хвосты, сходите в туалет на дорожку, едем без остановок. Эй, Квилл! Одолжи свой плеер. Чё? У меня есть план. Давай. Только не урони. Мантис, что случилось на Ламентисе после нашего ухода? Ситуация казалась довольно отчаянной. Это длинная история. Сначала лучше последуйте совету звездочета и воспользуйтесь туалетом. Мне не нужно. Ладно, я предупредила. Вспомнишь, когда дедуля из церкви заставит тебя отжиматься во имя веры? Постой, что он заставит делать? Разное. Но в какой-то момент кто-то произносит мое имя, а затем появляется лужица. Да, это лишняя информация. Я есть Грут. О да, Пушистик. Возможно, та лужица — это ты. Не. Пожадные ведьмы. Так ты называл меня во время первого совместного задания? Да. Вначале я подумал, что ты околдовала Питера Квилла. Я не видел других причин, по которым он мог бы взять убийцу на задание по охране. Серьезно? Никаких, кроме магии? Еще ты могла его совратить. Ему не хватает стойкости духа перед лицом женщин. Это точно. Если я не путаю, большую часть того задания он провел, флиртуя с официанткой. Хорошая мысль. Всегда поливай перед уходом. У меня есть Грут. Я есть Грут. Он был бы так жалок в своей мокрой мантии. Что же, что он сказал? Грут хочет полить великого объединителя. А, ясно. Вымокший объединитель. Великий увлажнитель. Эй, Ракета, работаешь над чем-то? Я всегда над чем-то работаю. Ты не слушаешь мой плеер? Нет, слушаю. Незаметно. На тебе даже наушников нет. У меня в мозгу куча чипов, Квилл. На кой мне наушники? О, музыка напрямую в мозг. Это круто! Так для чего тебе понадобился мой плеер? У меня есть план, как нам прорваться через армаду вокруг Сакрали. Вдруг Леди Череп не явится вовремя. Класс, расскажешь? Увидишь. Не знаю почему, но эта версия тебя очень любит закрывать холодильники. Дверь открывается, вот я ее и закрываю. Но она сломана. Она говорит спасибо за избавление от Айден Вертил. Судя по всему, я ей больше нравлюсь. Адам Уорлок? Да, она мыслит блеянием, вот и перевод странный. Мантис, у меня столько вопросов. Я знаю, и у меня столько ответов. Вроде захватить средства производства, или это не просто сыпь, или да, он без глютена. Это не совсем то, что я хотел услышать. Но теперь вопросов стало больше. Например? Что?
Что потом произошло на Ламентисе? Ты сказала, что некоторые выживут, но остальным ведь повезло меньше. Много старейшин умерло. Они не сопротивлялись вторжению, но не приняли бы обещания. Это не их путь. Мне жаль. Не стоит. Их выбор дал мне и Катате время, чтобы увести остальных. Они вернутся, когда снова будет безопасно. Значит, вы спрятали их в пещерах. Ты же сказала им не соваться в туман. Как ты убедила леди Хелл прилететь к нам на Маклу-4? Тебя же не было, когда мы туда собрались. Вообще-то, убедить ее лететь за вами было легко. А вот убедить выслушать вас... просто кошмар. Пришлось загадочным видом обещать жуткие беды, если она меня не послушается. Ты рассказала ей о конце вселенной? И она поверила? О, нет, не сразу. Но когда я сказала, что все ее чудовища погибнут, она передумала. Рисковать своими детками она не захотела. Я рад, что ты с нами. О, славно, ведь ты не всегда рад. Почему? Ну, иногда я твоя бывшая. Что? Да она прикалывается, Квилл. Это всего один случай, но это просто умора. Почему? Сбился угол атаки. Нужно начинать с внутренней части, особенно учитывая, что у брони... Ей Дракс пользовался. Нет уж, я пас. Слышь, Жукоглазка, а почему ты так хорошо понимаешь Грута? Вы же знакомы всего пару циклов. Телунийский распространен в некоторых реальностях. Читаури не всегда взрывают планету Икс. Ага, есть измерение, в котором меня научил этому языку один агрессивный продавец компоста на забвении. О, Грут обожает компост. Вот это нож! Это правда впечатляющий нож. Дракс, привет, я просто... Нет нужды в объяснениях, Питер Квилл. Я не грызун, я не против, когда моими вещами интересуются. Это очень крутой нож. С весьма впечатляющей историей. Ты его узнал? Это нож Ксатара Неоконченного, кататианского короля-воина, первого паломника на Маклу-4. Стой! То есть, по сути, это типа Экскалибур? Я не слышал о таком оружии. Легендарный меч, оружие знаменитого короля. Ну тогда да, можно сказать, что это Экскалибур Кататиан. Это символ короля и великой охоты, на которую он повел жаждущих места в Ултате. Значит, оказывается, великая охота — это важное дело. Мы все для вас испортили, когда поймали Финфанфума. В каком смысле? Ну, она вроде как открывает дорогу в кататианский рай. Ну и если нет Фума, чтобы вас... отправить. Ах, Питер Квилл. Много путей ведет в Ултат. Великая охота — лишь один из них. А. Когда Танос убил мою семью и уничтожил деревню, я дважды выбирал путь мести. В первый раз я собрал отряд кататианских воинов. И хотя нас было меньше, мы пробились сквозь ряды Читаури и бросили вызов Таносу. Стоп. На Катате? Ты дважды сражался с Таносом за Галактическую войну? Да. Но в первый раз был слишком слаб. Слишком слаб? Да ты выжил! Танос позволил мне и паре товарищей жить. В назидание. Сломленные, униженные... Выжившие союзники предпочли паломничество на Маклу-4. Но я не мог. Я продолжил идти по пути возмездия. Пока ты не помог мне упокоить души Холод и Камарии. Если честно, я бы не справился без... И все же ты дал мне новую цель, Питер Квилл. Видимо, моя судьба не в суровых горах, как Арантары, а здесь, на корабле, с тобой.
Похоже, Ксатар — это ваш герой. Король Ксатар. Это так. Каждый кататианец знает о его паломничестве на Маклу-4. Почему он Ксатар неоконченный? Вот что сохранила история. Другой король пошел на него войной и с легкостью сокрушил его войско. Плененный в сражении, Ксатар вызвал соперника на смертный бой. Но захватчик отказался и изгнал его, обрекая на позор и бесчестие навек. Он отправился на Маклу-4, чтобы сразиться с Финфанфумом, бросив вызов судьбе. Это так грустно. Отчего ты грустишь? Очевидно, он проиграл. Финфанфум ведь жив и здоров. Почти. Он не проиграл, Питер Квилл. Это верно, король не смог одолеть Финфанфума. Но он искупил грехи в глазах своего народа. Тем, что умер? Не очень счастливый конец. Тем, что не сдался. Воин умирает по-настоящему, перестав жить. Король Ксатар доказал, что след, который мы оставим после себя в жизни, зависит от нас. Он мог умереть трусом, недостойным места в Ултате, но вместо этого он изменил конец своей истории. Так считает мой народ. Ну, я рад, что ты с нами. Не знаю, куда нас заведет наш путь, но надеюсь, там классно и много денег. В моем сердце нет сомнений, Питер Квилл. Нас ждет умеренный успех. Умеренный сойдет. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы не были единой командой. Это мягко сказано. Ракет оказался единственным, кто знал, что делает, но делал он это максимально хаотично. А что он сделал с той взрывчаткой, которую нашел в вентиляции? Если еще не использовал, скорее всего, спрятал в тайнике. Значит, у грызуна все-таки есть тайник. Питер Квилл, потренируйся со мной. Пожалуй, я пас, Дракс. Я не хочу тратить силы перед настоящим боем. Тратить силы? Но это разогрев. О, мило. Это смоклу, да? Надеюсь, оно не выпускает ядовитые споры, как те, что были в лесу. Интересно, если бы мы не спрятали там Каби, мы бы не сбежали после того, как Дракс нас запер. Уверен, эти приемы впечатлят леди Хеллбендер. Мне не нужно ее впечатлять. Победа над Финфанфумом прекрасно демонстрирует мои боевые навыки. Да, ты прав. Не уверена, что леди Хеллбендер впечатлилась тем, как мы провели тот бой. Мы же случайно убили дракона, и он был мертв, пока его не воскресил Грут. Разве тебя не впечатлил бы тот, кто сразил дракона? Если бы он справился без моей помощи. Хороший прием, Дракс. Если опереться на левую ногу, правый хук получает... На этот раз Рейкеру конец, Гамора. Я тебе обещаю. А я тебе обещаю, что вытащу Ники, несмотря ни на что. Мы ее вытащим. Вместе. Вместе. Слишком много воды, сестру. Да встань от него. Я в стрессе мастерю, грудь поливает, Гамора медитирует и так далее. А я в стрессе сильно концентрируюсь. И иногда могу увидеть рождение Вселенной. Сначала реальность только одна, а потом, бац, множество реальностей. Звучит круто. Ну все, больше никаких остановок. Была не была. Хотя, нет, к черту. Вперед, стражи галактики! Ю-ху! Меня сейчас тошнит.